министр экономического развития России воровал у Пермяков носки, зубные щетки и утюги. До того, как стать министром, Максим Решетников был губернатором Пермского края. Там у него был свой благотворительный фонд. Крупные компании отправляли туда деньги на разные благотворительные проекты в обмен на льготы по налогам. Недавно фонд накрыли, и под угрозой уголовного преследования его директриса рассказала все. Выяснилось, что на благотворительные деньги Решетникову купили Мерседес, а его жене оплачивали чартерные перелеты за 6 миллионов рублей. Но это еще не все. Бывшему губернатору покупали носки по 199,99 рублей, утюги, постельное белье, посуду и кеды.